В зале Дома дружбы народов с трудом хватило мест для участников конференции. Обсудить специфику деятельности национально-культурных общественных объединений по противодействию экстремизму собрались представители диаспоры, общественных организаций и органов исполнительной власти, аппарата антитеррористической комиссии Самарской области. На сегодняшний день диалог очень важен, дабы услышать, что думают, чем живут наши общественные организации, чем живут их активисты, то, что мы должны идти нога в ногу в противодействии, в борьбе с таким течением, как экстремизм, терроризм, национализм. Важный момент, о котором говорили на конференции, это работа с молодежью. Экстремистские организации используют современные технологии для привлечения в свои ряды молодых людей. Поэтому необходимо использовать потенциал национальных объединений, передавать молодежи опыт и традиции, проводить просветительскую работу среди мигрантов и иностранных студентов. При возникновении очагов напряженности, каких-то критических точек соприкосновения, мы обращаемся к лидерам национальных диаспор, и это очень здорово, что люди откликаются, помогают им, оказывают содействие. И как-то можно совместными усилиями локализовать проблемы, те, которые могут возникнуть на национальной почве. На сегодняшний день ситуация в Самаре оценивается как стабильная. Каких-либо конфликтов на межнациональной почве не выявлено. Тем не менее, подобные встречи в Доме дружбы народов проводятся регулярно. Светлана Тимофеева, Петр Паламеев. События.